А я до прози. Бути чи не бути? Ось в чому питання. 4 вересня мали вирішити долю Української комуністичної партії. Але у залі суду згасло світло. Засідання відклали, напевно, до світліших часів. Невже? Невже хоча б на цих виборах обійдеться без комуністів? Але те, що вони зачаїлися, трохи непокоїть. Сліди червоних шукали наші завзяті Максим Узул і компанія. Знайшли? Дивись. Предвиборная драма. Вождь украинских коммунистов Петр Симоненко внезапно стал диссидентом. А для чого башльо під юбкою баби заховався? Іди сюди і розказуй, почому родину сволочь продав. Они доказывают свое не только невежество, безграмотность, отсутствие всякой демократии. Бедный, бедный Петр Николаевич. Ну зачем? Он брякнул российскому телеканалу, что у нас в зоне, а то... Кое-что зарабатывает тем, что вырезает органы у тех, кто смертельно ранен или только убили, и торгует этими органами. Теперь его собственные органы в опасности. Я сказал о том, что если уже эта тревожная информация идет, к ней надо прислушаться. За подобные сепаратистские отжиги партию Симоненко хотят запретить через Киевский административный суд инквизиции сегодня в Украине. А бывшие соратники ударили серпом в спину. Фракцию КПУ покинула почти треть нардепов. Кое-кто даже обвинил Симоненко в воровстве и бисексуальности. А он в ответ лишь сдержанно назвал их резиновыми контрацептивами. Когда их начали использовать как предметы одноразового использования, они уже перестали быть политиками. Но вот сюрприз! Ситуация с запретом компартии – это будет большой плюс. Это только добавляет этой политической силы веса. Удастся ли компартии выстрелить на грядущих выборах в новом драматичном образе жертвы репрессий? Я чувствую себя патриотом Украины. Бывшая обитель украинских коммунистов, их центральный офис на Подоле, был сожжен еще в апреле. И после этого партия фактически стала бездомной. Входные ворота не то что закрыты, они завенчаны шурупами. И здесь, кажется, есть кто живой. Глухо. А где сейчас обитает опальный главный ленинец? Зимой неизвестные чуть не сожгли его загородный шалаш. Сожгли дом. Вместе с броневичком марки Aston Martin. Она случайно оказалась. Она никакого отношения к моему сыну не имеет, эта машина. Это его друга машина. Ого! Оказывается, сейчас у дома в селе Горенко кипит работа. Вокруг участка возводят дополнительные метры забора. А то он боится, чтобы его не клоцнули. Ну, молотого не будем кидать, но неправильно он политику ведет. Ну, поедем по яблоке. Ну что ж, строители мне сказали, что лидера компартии тут не видели уже 3 месяца. Но мне удалось узнать новое место жительства Симоненко. Это село Березовка. Мы на месте. В этом элитном загородном комплексе всего 30 домов. Здесь живут певица Ира Билык, известные киевские рестораторы и бизнесмены. А не подскажете, где у вас тут Петр Симоненко живет? Ну, у нас он тут живет. Ну, вы видели его? Конечно, видел. А как к нему можно подъехать? Он должен нам позвонить и сказать, что приедут ты, пропустить их, мы вас пропустим. Но Петр Николаевич божится Лениным! И эта недвижимость не его! Я бываю там, я этого не отрицаю, потому что это дом родителей моей жены. И в Австрии он, оказывается, отдыхать не ездил. В Австрии я не был на отдыхе. В Австрии я, когда приехал в гостиницу, поселился в гостинице, я вышел на буквально несколько минут на улицу посмотреть, где я нахожусь. Я туда с рабочей поездкой. Но вернулся с загнивающего Запада не с пустыми руками, а с 3 европейскими адвокатами, которые теперь защищают компартию от запрета украинским судом. И весьма эффективно. Минюст жалуется, что слушание дела намеренно затягивается. Суд буксует, а коммунисты активно готовятся к выборам. На прошлых, в 2012-м, они получили 13% голосов и 32 депутатских места. А на что рассчитывает сейчас?
политическая идея вот в том формате, которая преподносилась к коммунистической партии, преподносится, доживала свой век по принципу, пока ты не умер последний коммунист. Нардеп Оксана Калетник не стала дожидаться этого прискорбного момента и первой покинула фракцию КПУ. А вы вспомните, как она защищала Петра Симоненко в Раде? Как можно было потерять такую супер-женщину? И это начало проявляться прежде всего на востоке Украины. Приехав тогда в Донецк, первый день захвата администрации, они вывесили флаг российский. 2.5 часа я объясняла, почему это неприемлемо. Это люди, которые с Буджини, их надо погасить эту агрессию. Понятно, что Петр Николаевич там боялся. И вот этот момент бояться за собственную шкуру, он стал ключевым в решении и в поведенческих реакциях самой КПУ. И люди, что на местах, во многом это чувствовали и чувствуют сегодня. Поэтому какой может быть поддержка там? Верно преданный крымский электорат КПУ, считай, даром подарила Зюганову. И даже в лояльном Херсоне местные коммунисты подпортили репутацию подозрительными связями с антимайданом и тетушками. Слава Беркуту! А что слышно о днепропетровских коммунистах? Днепропетровск подключается к поискам коммунистов. Мы находимся на улице с недвусмысленным названием «Комсомольская». Именно здесь, по иронии судьбы, у коммунистической партии находится городской офис. Идем в гости. Но гостей коммунисты не ждут. Оббиваем пальцы от дверь, а нам никто не открывает. На помощь приходит соседский Павлик Морозов. Скажи, пожалуйста, а сколько раз надо стучать? 3 раза надо стучать. Запомнили? Позывные компартии 3 удара в дверь. Добрый день, а коммунистическая партия здесь? Ну, сейчас их нет уже. Никого нету в целом штабе? Ну, да, да. А почему их нет? Ну, я не знаю. А вы кто? На охране. Охранник? А чего вы все прячетесь? На этом мой диалог с представителями компартии в городском штабе закончился. Но я-то знаю, в городе места, где еще могут прятаться последователи дедушки Ленина. Вот оно, логово коммунистов, обнесенное кирпичными стенами и решетками на окнах. Добрый день, скажите, а компартия здесь по этому адресу? Да. Чего вы сразу уходите? Отойдите. На каком основании? Ну, отойдите. Ну, можете объяснить, да на каком аренде, основании? Отойдите. В каком аренде? Вы только что сказали, что здесь находится компартия. Какая компартия? И перед нашим носом недружелюбно закрылась и эта дверь. У меня осталась последняя зацепка. Приемная народного депутата Украины от компартии госпожи Спириной находится вот за этой дверью. Сейчас здесь кодовый замок, сняты все таблички, и дверь почему-то закрыта. Хотя по вторникам у нее приемный день. Сегодня вторник. Неожиданно за дверью появляются признаки жизни. Добрый день. А где госпожа Спирина? В Киеве. То вы помощник? Я помощник. Можно зайти? Нет. А почему? Ну... И здесь неудача. Очевидно, в патриотическом Днепропетровске коммунистов и след простыл. А может, коммунисты попытают электорального счастья во Львове? Кажуть, у Львові знайти комуністів – це те саме, що відшукати голку у копиці сіна. Комуністів абсолютно не панюють, жодного не зустріла. Лише один сакральний день року, коли комуністи, немов за помахом чарівної палички, з'являються у Львові – 9 травня. І разом з ними магічним чином виникають камери російських телеканалів. Финальной битвой стало столкновение националистов с представителями русских партий Украины, которые привезли из Крыма 10-метровое Красное Знамя Победы. Его использование запрещено Львовским горсоветом. Та тепер, мабуть, экспорт коммунистов с Крыму до Львова припиниться. Але я вирішила перевірити, чи працює ще у Львові офіс компартії. Вікна закриті, нікого нема. Та тут до мене звертаються стурбовані сусіди. Тут говорять, що вони старших людей забирають квартири, умовляються, то так дуже гарно опікується. Пізніше питають угоду про компенсацію їхніх послуг. Який жах! Та голова осередку партії телефоном відмовився коментувати цю інформацію. Сказав лише, що комуністи в поті чола готуються до виборів. Но оказалось, вольготнее всего коммунистам в Харькове. Красное знамя видно издалека. Это Харьковский областной комитет Коммунистической партии Украины. В жилом подъезде у нас компартия находится. И вот 10 лет они здесь, и 10 лет у нас бардак в подъезде. Разбитые ступеньки,
это самое, неухоженный подъезд, это из-за того, что компартия у нас здесь. И исчезать никуда не собирается харьковская компартия. Еще ого-го, 5000 членов в списках. Главная коммунистка области Алла Александровская уже 4 раза становилась нардепом. И, очевидно, хочет снова. Но доверие к харьковским сейчас слегка подорвано. Наш народный депутат Харьковской областной организации Лев Буховец вступил в буржуазную парламентскую группу. Но вдруг среди Ильичей и 50 оттенков красного вижу один оттенок. И для меня этот символ – это моя жизнь, мои представления о правде. Значит, поэтому те, кто обворачивается жовто-блакитными флагами и срывает ленточки, они для меня, ну, как бы неадекватны. Ну ничего себе! Я, как патриот, уже было занервничал, но вовремя вспомнил данные соцопросов, согласно которым КПУ не преодолевает 5-процентный проходной барьер на грядущих выборах. Я считаю, главное не давать им лишнего повода для драматичного пиара. Тогда, даже без всяческих судебных запретов, красных мы в парламенте больше не увидим.